Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа. Мой день рождения. У Пеппы день рождения. Сейчас еще совсем рано. Мой день рождения! Джордж, проснись, день рождения! Мы устроим праздник! А папа будет показывать фокусы! Скорее, Джордж, пойдем будить маму и папу! Мама свинка и папа свин все еще крепко спят. Проснитесь, день рождения! Вставайте! Который час? Очень много. Сейчас 5 часов утра. Да, скоро день закончится. Ладно, пора начинать праздник. Ура! Мама свинка, папа свин и Джордж дарят Пеппе подарки. С днем рождения, Пеппа. А что там? Платье для куклы. Я надену его на Мишку. Спасибо большое. Пожалуйста, Пеппа. Я не знал, что твой Мишка девочка. О, папа, ну, конечно, девочка. Мне нравится платье. Спасибо вам большое. Пожалуйста, Мишка, не испачкай его. Ты знаешь, что будет теперь, Пеппа? Да, друзья придут на мой день рождения. А папа будет показывать фокусы. И никто не будет знать, что фокусник твой папа. Ты представишь меня как великого мистерио. Безликого мистера? Да, великого мистерио. Папа готовил фокусы целую неделю. Это мои друзья! Ура! А вот и друзья Пеппы. Кошка Кэнди, овечка Сьюзи, щенок Дэнни, Ребекка Кролик и пони Педро. Здравствуйте все! С днем рождения, Пеппа! Ну, детишки, праздник начинается. Ура! Ура! Папа Свин будет показывать фокусы. Пеппа, ты помнишь, что нужно сказать? Дамы и господа, перед вами великий мистерио. Ладно, папа. Дамы и господа, это великий папа. Ура! Итак, первый фокус. Абракадабра! Для следующего фокуса мне понадобится помощник. Мне хватит одного. Девочка, ты подняла руку первой. Скажи нам всем, как тебя зовут? Овечка Сьюзи. Итак, Сьюзи, вот 3 шарика. Красный шар, синий шар и желтый шар. Ясно. Ты должна выбрать один, а я пока отвернусь. Поняла? Ладно. Ты уже выбрала? Да. Абракадабра, ты выбрала желтый. Нет. Абракадабра, синий. Нет. Абракадабра, красный. Да, это красный. Ура! Ура! Глупый фокус, папа. Ты назвал все 3 цвета. Тише, папа. Никому не говори. Хотите еще один фокус? Да, еще! Закройте глаза. Не подглядывать. Скажите заклинание. Абракадабра. Абракадабра! Открывайте. Ура! Именинный банановый торт. Задувай свечки, Пеппа.